Санкции Запада, на мой взгляд, медаль о двух сторонах. У нее есть свои негативные стороны, но есть весьма для меня совершенно очевидная позитивная сторона, что и бизнесмены, и политические деятели, и деятели культуры и искусства, которые активно общаются с Западом и ведут свои отношения с ними, обратят свой благосклонный взор на Отечество. Таким образом, возможно, и наши люди получат новые рабочие места, станут немножко богаче и смогут заплатить за дорогое, хорошее искусство, наполнить наши залы. То есть то, что у нас все больше строится складов и торговых центров, это не есть хорошо. Считаю, что нам не хватает строительства заводов, фабрик, предприятий, того, что укрепит нашу жизнь и сделает нас сильнее.